Итак, всем привет, с вами я, Павел Первый, и мы продолжаем играть в Beats of Hearthstone. Сегодня в гостях у нас будет знаменитый бугай Олик Лёха. Надо ему позвонить. Так, Стоп, секунда. А, да, точно. Йоу. Здорово. Алло. Прием. Слышно? Слышно. Алло, прием. Отлично. Просто кошерно. Так. Надо что-то сделать с деками, потому что твоя сверхагрессия. Они у тебя очень агрессивная дека на гороша. Не пали страту. Так. Так, вот это надо. Лёха готовит против меня что-то жестокое. Я деку готовлю. Готовлю деку, чтобы... Чтобы победить! Зачем мне два этих пацана? А, у меня же уже есть. Господи, что он накидал сюда? Так. Это тоже не нужен. Чем он здесь? Ну, давайте попробуем сыграть вот так. Та-та-та. Так. Тупая, конечно, дека, но ладно. Так, тут что? Нет, тут ничего не надо. Тут ничего не надо. Так. Хунтер. Ползун, собачки. Алис, псарь. Это рок, микс, да. Вот этого пацана можно убрать. И взять вот эту штуку. White Raven входит в сеть. Угадайте, кто это? Привет, Лёхи, а мне привет не надо. Пацаны, привет. Привет, чуваки, давай, все. Дуэльку мне быстро. Просматривать журнал задание. Давай, все, быстренько. Вот, приняли. Так, сначала отправим вот эту деку, посмотрим, что будет. Сейчас у кого-то будет жопа гореть. Хорош! Так, или смерть. Не надо рано... Так вот, что у нас выходит? Победа! Я же убрал эту карту. Ладно. Окей. Так, ну все. Опа, пойду. Что? Где у нас гилка, которая выдвигается? Она в столе. Она в столе, она нигде не может быть, она в столе. Так, папа. Мне не хватает маны. Пам-пам. Ну, что скажу? Хорошо скажу. Неплохо даже так. Монетка. Пришла монетка. Пришла секира. Получил морду.
в лицо сразу, просто сразу в лицо, так. И... Этот, Андрей, у тебя там Рагнарос, так что ты тут не... Не надо мне тут. Так, что тут у нас за пацаны? Выпускаем навстречу этого пацана. Мишка, ну ок. Так, что у тебя там дальше, что будет интересно? Нет! Зачем ты так урдалака разменил? Ладно. Так. Не очень. Не самый лучший размен, но в принципе неплохо. Рагнарос сила, ага. У меня хоть одна легендарка нормальная была, а то только Мексик. Так, и что, и я получаю в лицо, да? Окей. В лицо мне. Так, что мы делаем? Ну, ты уходишь. И в лицо. Печаль, беда. Окей. Вот тебе животик. Так, выходит вот этот пацан. Вот этого пацана мы лечим. И пока все. И пока игнорируем. Сейчас можно что-то придумать на этот. О, господи, Огрик. Блин. Сейчас что-нибудь придумаем, погоди. Сейчас Лёха что-нибудь плохое против меня сделает. Ну ладно. Делаем вот так. Делаем вот так. Делаем вот так. И делаем вот так. Пацан. Пацан, живи. Так. За это я ненавижу жреца. Это уходит, появляется вот эта дура, заканчивает. Джи-джи, короче. А сейчас мы будем раздавать в лицо. Сейчас подумаем, что против тебя сделать. На самом деле, такая байда за горошу легко контрится. Я не знаю, есть у тебя нужная карта или нет. В данном случае этой карты у меня нет в руке. Вот и все. Вот и все, поэтому GG. Поэтому сейчас ты у нас будешь в лицо получать. Так, что там у нас? И кто у нас выходит еще? Чего у нас еще выходит? И вот это у нас выходит. Так. Что мы можем сделать здесь, тут-а, здесь-а? Мое лицо. My face. Так. Бьем сюда. Отрываем лицо здесь. Лечим. Выходит вот этот пацан. Ломаем лицо этому, ломаем лицо этому. Давай, 7 урона, найди. Найди 7 урона, и тогда тебе... Найдется сейчас, подожди. О, господи. Нет! О, боже. Нашел 7 урона. Так. Делаем вот так. Кто хотел увидеть? Ведь все равно в лицо многовато получаем. Оруженосец! Хоть потом... О, все. Короче, это GG. Ну сейчас у тебя там еще второй пацан выйдет, потом выйдет пацан на 11-11 и все. Да, 11-11, где умрет. Я умру до того, как 11-11 выйдет, ты понимаешь? Сейчас нормально все у тебя разыграется. Вот у тебя Фогель. У тебя есть чем его разогнать? Нет? Нету? Нету? А, рывок, ну ладно. Ну, рывок тоже хорошо. Так. Я могу украсть твои мысли. Давай мы украдем твои мысли. Только не это! Так, короче, вот так, потом...
даем две атаки этому пацану и бьем в лицо. Все в лицо, короче. Все в лицо. Во, колода взошла. Просто тебе повезло, что ты забафал. Ну ок. Ничего себе повезло, у меня просто... Мне просто казнь не попалась, вот и все. Так, теперь вот этот пацан, я ему тоже кое-что помню. Я же сказал, у меня жопа будет гореть. В прошлый раз у него карты были, мягко говоря... Чё? Это... что ли? А, показать все его. Киевские войска захватили честь Луганск. Офигенная новость. Победа или смерть. Привет всем, что-то кушать захотелось. Ой, лоу. Это норм. Так, ну, что у нас тут? Что у нас тут? Что можно убрать? Что нам не надо? Вот этот пацан нам не нужен. Это пусть будет. О, пришел пацан посильнее. Окей. И монетка. И монетка. И монетка пришла. Паша, походу, иногда проигрывает. Да, вчера три партии Лёха слил. Вчера три партии Лёха слил, когда офигел от гиперагрессивности колоды Пашина. Там слишком много оружия. О, яичко. Яйцо, которое не смогло, если помнишь. Да, я помню. То яйцо, оно вообще, оно на самом деле такое классное. Так, ну, 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 чё выйдет, чё выйдет? Чё выйдет? Ещё одно яйцо. Нам нужно больше яиц, да? Ты кладку устроил? Так, короче, выходит мишка, паук бьёт в лицо. Так, чё тут можно против тебя? Взорви яички. Если бы мог. Да, вообще, вообще пойдёт, прям зайдёт. Так, провокация. Ну, стопудово, сейчас найдется что-то потом мне в лицо. Так, короче, смотри. Выходит волк. Орк уходит. Потом выходит монетка. Ящит Аргуса и лицо. Ящит Аргуса! Вот тут вот, вот хорошая раскидочка на самом деле. Хорошая, хороша, хороша. Че у тебя там сейчас выйдет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Че у тебя сейчас выйдет? Дай подумать. Ага. Вот кто вышел. Вот кто вышел. Еще и с рывком. Ну, на тебе в лицо. Так, и что мы можем сделать тут? Что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Короче. Вот этот пацан у нас сейчас уйдет, он нам здесь не нужен. Это не пацан! Не, он просто не нужен, он просто уйдет. Так, этот пацан у нас... А, это ты про этого пацана, ну ладно. В лицо. Потом делаем вот так, чтоб... Чтоб на всякий случай, там, не знаю, может, может что-то придумаешь. Чтоб тебе неповадно было, короче. Надо вспоминать, какие секретки были у охотника. Я не помню. Сейчас все типа так, уничтожать, ну ты чё, пацан, ну надо же, ну такая карта хорошая. И она бы мне ещё пригодилась. Ну ладно, ладно, ладно. Слизька. Вот так у нас вышла слизька. Чё у нас пришло? Опа. Делаем вот так. Раз. Выходит тележка. Бьём в лицо и убиваем это. И тележка у нас начнет сейчас кидаться. Главное, чтобы тележка не промахнулась, потому что яйца надо убрать. Фойген. Ну ок. Так, в лицо Фойгену. Короче, ты не мой. Твоя магия тебя не спасет. Но толку-то от того, что он не мой, все равно будет считать, что он мертв. Так, о, ты пока стоишь. Что? Сейчас, подожди, пожалуйста. Капец, у меня
нету карт. Мое лицо. Ну ок. Так, пацан ушел и стал очень дорогим. Опа, вот эта тележка слишком точно стреляет. Вообще хорошая тележка, мне нравится. Так, выходит Мексна. Вот этот пацан у нас уходит. Огонь в лицо, удар в лицо. Сколько у тебя фольдинг стоит там? Блин, у меня больше ничего нет. Да ладно. Окей, просто убью себе лицо. Больше ничего не остается. Сломал. Сломал просто. Это зато сам себе. Это еще ковид ни разу не вышел. Вот тут бы ты вообще огребал. У тебя даже шанса бы не было ударить меня. Что у тебя на фоне шипит? Это вода так идет. Ты на кухне, что ли? Нет, я не на кухне, я у себя в комнате, просто у нас водопровод такой. Так, чё, кем еще можно? Давайте по шаману, что ли. Шаман, перегрузка, ненавижу. Это кошмарный сон. Хорош! 0-3 на арене. 0-3 на арене? Ничего бывает, часто бывает. Да, и шамана тебе... Ты даже им лицо... Можно сказать, лицо не пробил. Так. Ладно. Так, ну, блин, тогда-то чё? Кажись, на Паше довели порчу, согласен. Как в прямом эфире, я всегда встреваю. Ладно. Так, чё? Нет, ждём. Чё тут у нас? Игрушечка. Кто у нас выходит? У нас выходит монетка. И топор палит, да? Да, топор. Ну что еще может выйти, кроме как не топор? Только топор. Так, что у нас выйдет? Выходит у нас... Опа! Магия. Вышла магия. Так, что еще можно сделать? Что за костюм-то? Опа! Опа! И ничего, отлично. Так, и... Ой, нет, это не то. И выходит волчок. Блин, ненавижу волков! Халява за 3 маны. Волчок неплох. Так. Хотя бы так. Минус один волк, отлично. Так. Что тут у нас? Двоечка и не тот тотем, который я хотел. Ну, давайте оторвем ему чуть-чуть. Кусочек так. Малёха. Ой, убить не надо-то было. Минус, ну ладно. И провокатор был. И тут Валера объявился, который должен был прийти еще полтора часа назад. Так, двоечка и не тот там. И, короче, ты теперь не провокатор. Ну ладно. Провокация. Так. Провокатор, который не смог. Хм. И мы делаем, что мы делаем-то? Что мы делаем-то? Ну давай вот так. О, отлично. Или не отлично. Надо подумать. Ну давай, думай. У меня сейчас так колода стоит, я все законтрю. Я все законтрю. Кайз, окей, ладно, неплохо. Так, хикитро. И что ты убьешь меня?
А? Элгак. Так, ладно, давайте думать. Давайте думать. Что тут вышло? О, пойдет. Примкни к нам или умри. О. Можно одновременно. А. Алло. Окей. Да. Бьем в лицо. Ставим тотемчик. Пойдет. Слава богу, что это не хилочка. Так, как мне тут поступить с тобой? Боже, что, господи. Ты эту карту так разыграл? Не очень, ну ладно. Чтоб поменьше в руке у тебя было. И удар по лицу, по лицу. Так. Короче, я вот сейчас разыграю карту, если она разыграется плохо, я сдаюсь. О боже, ну это лучше, чем могло быть, ну ладно. Так. Что там такое? Ну, там так себе, но в принципе нормально, 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 сойдет. О, тотемчик. В лицо. Ну ладно. О, господи. Что вышло, то вышло. Опа. Так, теперь. Теперь. Что мы делаем? Сначала делаем вот так. Яичко! Затем делаем вот так. Вот так. Вот так. Зачем ты так лицо, с ним? Тотем. И что еще-то сделать могу? Ну давай вот так сделаем. Гарри, еще раз. Ощути силу ветра. Видишь, какой тотем сильный, два раза бьет. Хороший тотем. Тотем. Рыжочек. И кто у нас? Все, пусто. Окей. Кто у нас пришел? Ага. Так. Яичко, которое не смогло. О. Нет, оно смогло, но его превратили. Ой, блин, вот это так. Вообще жестко. Делаем вот так. О, Гарри, нет! Чё? Это был небольшой баг. Я показал, что Гарри остался, ну ладно. Так, вот ты штука у нас, живи подольше. Все. Так. Вообще зашибись, нога, чё мне дали? Да не буду жить. Так, пацан живет. Провокация долго живет у нас. Так, опа. Опа. Что-то больное в лицо сейчас будет. Опа. Ощути оп. Силу ветра. А зачем на этот тотем? Нет! Опа! Победа! Медлишь! Зато 14 левел. Медлишь? Ой, сейчас я посмотрю, как это со стороны выглядело. Как это выглядело со стороны-то? Опа! Вышла на четверочку. Итак. Потом подумал. И. Опа! Жажда крови. Баб-баб. Отлично. Павел отменяет вызов. Ну ладно. Так, что я хотел бы? Что-то я какую-то деку хотел пофиксить. Я вот помню. Одна дека мне тут против меня играла. Очень обидная такая. Прям дико обидная. Оп-оп. Вот эти два пацана. Оп. А затем идут сначала пацаны какие? Сначала идут пацаны.
Так, вот эту штуку можно взять. Вот эту можно взять, вот эту можно взять. Где? Раз, два. Раз. 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 Раз, раз. Чуть-чуть-чуть. Где-то я пропустил, видимо, что-то. А, вот, нашел. Так, и... И что-нибудь еще. А. Наверное, нужно это. Или что взять? Что взять-то? Что взять-то? Что можно взять? Вот. А, вот, пацана, можно взять. Кого-то можно заменить, что ли? Ну, вот тут в одного вот на тут. Не, окей, все. Можно сыграть. Давай, парень. Подожди. Просто победа легкая, хорошая, приятная победа. Хватит хвастаться. Это мой звездный час, понимаешь? Мой маленький звездный час. Так, собрал я там что-то, какую-то херню, поэтому посмотрим, как эта херня тащит. Точнее, не тащит. Ну а я сейчас буду контрить все. Просто все. Конечно, у меня нет некоторых карт очень нужных, но все равно тоже сойдет. Валира, ну а. Валира! Так, встали. Будь на чеку. Ой-ой-ой-ой. Не стоило напрашиваться. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот это убираем. Это нам. Не надо совсем. Опа. Пойдет. Отличненько. Так. На первом ходу что-нибудь разыгрывать будем. Сейчас посмотрим. Зеркальные копии. Так. Ну-ну-ну-ну. Так, вот. Я не нажал, но... Так. На первом ходу мы ничего не разыгрываем. Окей. Ничего не разыгрываем. Я им покажу! Я им всем покажу! Ученый. Ну окей. Так, выходит. Выходит. Кукушка. Яичко. Ну ладно. Глупцы! Я получаю в лицо и выходит. Кто у нас выходит? Кто выходит? Монозмей. Окей. И я получаю в лицо. Так. Смотри. Смотри, что мы делаем. Сначала мы ставим вот этого пацана. Я повелитель магии. Затем мы убираем монозмея. Затем кокушка у нас становится другим. Хорошая кукушка, да? Так, ну давай, выпускай еще что-нибудь, сейчас посмотрим, что сделать можно. Что-нибудь? Ледяная стрелочка. И убираются на снег. Ага, окей. Не очень-то и хотелось, как говорится. Так, у нас вышло что? У нас вышел пацан. Так. Ну, можно сделать как? Делаем вот эту штуку. Там это пацана убьем. Зеркальная сущность, окей. Убираем. Ой-ой-ой, сейчас мне так много урона в лицо может прям идти, какая обидно. Окей. Так, смотри. Что-то же жестокое опять. Сначала мы делаем вот так. Затем... Я же сказал, что-то жестокое. Вот этот пацан уходит. И все в лицо.
Зачем ты животик вернул? Ну, он же животик. Мне нравится мне, понимаешь? Плохая карта. Фу, брысь. Неудобно. Не нужна она мне на столе. Животик не уйдет. И знаешь, вот все-таки я сказал, вон. Не нужна мне эта карта на столе. Ты понимаешь, что я один? Оставь мой животик, это животик, ты чего? Неудобная, некрасивая карта. Да ладно тебе, он зато такой животик. Животик Бобо. Так. Чего у нас можно разыграть на следующем ходу? Интересно. Я вот смотрю, у тебя карт 6 штук целых. Опять животик, да сколько можно-то, а? Хватит уже. Животик, животик. Животик не убежит. Так, угу. На тебе в лицо 5 урона. Затем ставим вот этого пацана. Снимаем. Мое лицо бедно. Так, убираем мага. Разгоняем тролля. Достаем меч и в лицо. Че у нас выйдет, пацаны? Че выйдет? Че выйдет? Че у нас выйдет? Пришла снежная буря. Просто минус все. Мне бьют в лицо. Че там пришло? Ты слишком упорный. Ну что? Животик не выжил. Маг вышел у нас на стол. Мое лицо. Оно пострадало. Маг вышел на стол. Кто у нас придет? У нас придет фаербол. Фаербол. Обидно, слушай, обидно. Так, вышел Мишка. Мишка вышел. Видишь, как он на тебя смотрит? Он хочет отомстить за животик. Миллион, опа. Неплохо. Так, атака. Как-то тупо. Да, я не спорю, тупо, но мне надо бить лицо, понимаешь? Мне хорошие карты в руке, надо бить лицо. Ой, блин. Он у тебя везде? Просто он мне понравился. Ну, я согласен, неплохая карта. Ну а чё, 11-11 выходит за двоих, и неважно, не действуют никакие там эти... Ни мота никакая. Так, вот бьём. Ай, укол. Бьём в лицо, ставим пацана. Наносим урон. Закончить вот. Ну ща у тебя пацаны сильные, то выходит, что-то мне нечем осталось уже ходить. Ну ладно. Ой, еще раз туда. Ну да, пацаны сильные пошли. Так, короче, ну выходит что? Этот пацан, а потом встает вот этот рядом. Блин, чувствую, сейчас не 11 дэмэджа в лицо залетит. Так, о. Как бы мне сделать? Надо подумать. А что я думаю? Маечка. Так, что там? О, господи. Так, 15. Вот был бы какой-нибудь там, не знаю, Рагнарос или Лерой, например. Лероя бы я сейчас разогнал. Так, чуть-чуть. Как бы тебя прикончить? Давай, завязывайся. Надо как-нибудь красиво сделать. Это не очень красиво было, ну ладно. Павел GC получает 20 минимум. Ничего себе. Еще один интеллект чародея золотой, ну ладно. Ну их там по две карты, каждый выпадает потом. Так, чё, кто еще?
О, я не знаю, как это смотрит. Так. Паша смог. Да, Паша смог. У Паши вышло. У Паши зашло. Так, это... Так, а животик, который не смог? Ну, в этот раз животик никуда не денется. Я буду сражаться с счастьем. О. Не стоило так, напрашиваться. Ну, что сказать-то? Ты... Нет. Уходи, уходи, уходи. Нет, ты оставайся. И кто у нас пришел? Все по три. Все по три. Надо будет колоду сделать все по один. Вот знаешь, колоду все по два вообще отличная. Редко кто умудряется их переконтрить. Что там у нас? Бедный животик. Да, Пашка там пришел. Короче, затащил. Что приказать? Короче, все, вот, пацаны пошли. Мне не хватает маны. Опять у тебя серебро появилось? Это просто второй раз подряд. Откуда он у тебя здесь пришел? Я не знаю. Рандом. Чистой воды рандом. Да, еще что-нибудь разобрать. Опа, идиот. Так, ну чё, позиционный. Ну ладно. Так, бабах! И снимается, я сразу. Опа, так, не снялся. Окей. Окей, понял, что за секретик. Понял. Нет, не понял, возможно. А возможно и понял. Так, что там у нас? Что приказать? Ой-ой-ой, что-то я не очень хорошо сделал. Ну да, я правда не очень хорошо сделал, но ладно, давайте так скажем. Бафнутый пехотинец. Ну ладно. Ты знаешь, вот таких пехотинцев там 9-9, 10-10 разгоняли, так что ты тут мне это. Ты тут мне это, не надо. Сильные они бывают, пацаны. Так, отбили пацана. Не выходит. Еще один секрет. Прилетает по одному моему пацану. Так, 6 маны. 6 маны. Так, животик тайм. О, ну ладно. Так, убираем пацана. 2 его копии. Ничего себе секретик. Я такой редко видел, но... Это, по-моему, знак срама со секретик. Поэтому... Да? Да. Ну не знаю, ну ладно, ну окей, я понял. Я все понял. Так что ты не знал. Так. Ну я предположил, мне казалось, там другой секрет. Ладно. А, их ты же там не попадало. Действительно, их там у тебя сколько? 10 в руке, да? 10 троллей в руке. Действительно, что еще может быть в руке? Так. Представляю, 10 троллей просто... Покажу на сушку. Так, пацан, уходи, ты мне не интересен. И давай у нас пехотинец уйдет, короче. Ушел. Он свою службу сослужил. Так, ну что у тебя там выйдет? Опять подетрось, да? О, ученик с чародеем. А, нет, единицы урона. А, ну да, действительно, кто еще может прийти? Ну если бы у меня было чуть побольше, ман. Справедливо. Блин. Ну ладно. Блин, я надеюсь, что это не то. Не то, о чем я думаю. О боже, нет! Овечка! Нет! О господи! Так. Что это может быть? Все жалко ставить, хотя... Нет, это не то. Отлично. Нет! Овечка! Отлично! Овечка воскресла! Так, ладно. Овечка.
Так, она тут до конца. Смотри, 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 смотри. Так. Сейчас, короче, это будет сильная овечка. Поднять щиты! Очень сильная овечка. Да, бронированная прям. Прям вообще, я не знаю, что с ней делать, она настолько сильная. Так, фаербол, лицо. Ладно. Так, два фаербола ты разыграл, окей. Гвалтер уже эти тролли кончатся, я не знаю, как их контролить. Железо, железо, у тех там правда 10, что ли? Возможно. Монетка. Да, я не знаю, кузика или там, не знаю, стола. Действительно, кузика, кто еще? Животик, как же без него? Беда. Так, что там? Вот так, потом... Вот этот пацан у нас не мой. Моя магия тебя не спасет. Потом... Почему ты так не любишь тролли? Почему ты на них накладываешь немоту? Вообще надо было на пузика, а единичку бросить на другого, но блин. Вот именно. Короче, как сделал, так сделал, что-нибудь придумаем. Так. Ой-ой-ой. Все, все. Все. Я им покажу! Я им всем покажу! Зачем тебе эти ученые, господи? Мне секретки не все равно не падают, так что учёные все делают за меня. Справедливо. Тем более они не расходуют карты из кого-то. Я этим займусь. Серьёзно? Да, они просто копию карт как бы ложат. Ничего себе. Так, а что там у нас пациент разыграет? Давай, сделай что-нибудь. Придумай что-нибудь. Опа. Секретик. Че, вот этот вот опять там, не знаю, тролля убьешь, опять троллей не ходишь. Ну, не знаю, не полейбал. Пузика он давай сделает. Тоже хорошо. Пузика. Да не, пузика кончилась. Пузика вообще хорошо пройдет. Только пусть у нас 1-5 будет. О, ну ок. Чувак, ты че? Зачем ты засалил его? Не знаю, просто так хотел. Ну ладно. Все в лицо, все по лицу. Все по лицу, да, давай. Опа. Так, что-то нехорошее выпало. Так, короче. Давай уберем пузика. Пузика, нет! А затем сделаем такую штуку. Я хочу, короче, пожить подольше. Справедливость. Так, посмотрим, как ты проживешь подольше. 5, 8, 11, 14. Ну, правда же, пожил чуть-чуть. А, нет. О, боже. И снова победа. Пашка тайм! Так, кто у меня еще есть? Кто у меня все это безобразие контрит? Давайте вот так, пацаны. Кто-то тут даже победы поражения считает. 4-2? Да. Мне что-то казалось 3-2, а не 4-2. Вот это, вот эта карта, мне сейчас пришли. Так, вот этот пацан уходит, а остальных оставляем. Вообще пойдет, хорошая карта пришли. Что-то мне не нравится это. Прям замечательно, если сейчас грамотно разыграю, то у меня просто с места не сдвинешься. Подожди. Да, сейчас опять зеркальные копии, безумный ученый. Ну что ты там, что ты медлишь-то? Я же сказал сейчас. Так. Змейка пришла, окей. Ну змейка так змейка, чё? Чё? Окей. Что я сделал? Ничего я не сделал. У меня нет урона на змейку. Так, ну давай, что я тебе? Что еще делаешь? Окей. Пойдет. Удар в лицо. Короче, смотри, выходит, короче, волк. Хороший волк, кстати, прям кошерный. Паскал какой-нибудь, смотри. Мишка вышла. Окей. А волк книга такой вообще.
Смотри, потом выходит, короче, ящерка такая. Оп. И 4 дэмэджа. Да, и 4 дэмэджа у меня. И волк, короче, стоит, ему нечего делать. А, что сделаешь, Мишка? Опа, иди, Мишка. Опа. Так, я сейчас. Ну, а, короче, пока Паша пошел, мы сделаем такую штуку. Монетка. Камень. Собачка. Опа. Раз. Так, что ты там сделал в мое отсутствие? Ой, блин, собачки. Этот пацан у нас уходит. Этот пацан у нас уходит. Этот пацан у нас тоже не нужен нам. И в лицо собачка. Почему ты девочку назвал пацаном? Тут все пацаны, чувак. Так, полковник уходит, это очевидно. Собака остается. Да здесь. Подожди, Валерий, я тут играю с Лёхой. Так, и кто у нас выходит? И у нас выходит вот этот пацан. Так, так. Нет, только не она. Так она Мишка. Бесит. Так. Только не Мишка, только не Мишка. Мишка, нет! Накачивать. Накачивать сейчас будем. Так, ладно. Че же мне такого сделать? Так, как бы с тобой поступить? Ладно, овечка. Ну, овечка тоже зверь. Ладно. Чё ж тут? Овечка есть, но её как бы нет. Так, зато две мишки так. На столе. Выходит. Да здесь не ещё один мишка. Лёг. Этот пацан у нас уходит. Лицо. Так, чё там есть? Так, что там, фаербол прилетел? Ну ладно. Клиночки. Клиночки. Вот их салить, конечно, нельзя. Так. Ну, блин, нет, так тоже делать нельзя сейчас. Ну, давайте. Так. Вот так. И ударим. Вот на следующем, нет, на следующем ходу, блин, я же не знаю, что поставить. А, вот так, вот это можно поставить, и этот пацан что-нибудь потом сделает. Твоя магия тебя не спасет. Нет, он замаскировался, ты его не видишь. Не вариант. Так, что там у нас? Что-то... Глубаша. Пойдет, прям хорошо. Секретик. Окей. Так, опа, пойдет. Так, короче, смотри. У нас вот этот вот тролль, он теперь вообще ничего не делает. Тролль, потом... который не смог. Да. А затем у нас, короче, мы берем карту. Пойду карту. Так, ладно. Что бы против тебя такого бы сделал? Ну, вот это очевидно. Так, осталось у нас единичку, пацаны. Что там еще? Да, секретик. Так. И... Ну, это не работает, ладно. Твоя магия тебя не спасет. Окей. 4-3. Пацан на пацана. Сейчас подерутся, короче. Так. Что мы можем поставить? Ну, тебя, Валер, не было, поэтому я целый час тебя ждал и пошел, сказал Лёхе Кубачу, сыграем. Так. Черепаха. Этот пацан. Убираем. Возможно, сделал. Никто не знает. Посмотрим, как он сделал это. Ой, ты сейчас все засалишь. Просто все в сайленсе будет. У тебя да, сколько секретов в колоде, я не понимаю. У тебя все секреты в колоде? Секретный парень. Все спрячет, все затарит. Ой, кто вышел? Так, в личико. И выходит, короче, конюк. Потом выходит люторог. Потом выходит, короче, еще
Вот крокодил. И пока все. Ломаем все просто мокролом. Игнорируем пацанов. Сука, сейчас умрет, конечно. Да. Да, сейчас Канюк умер, короче, насмерть. Или не умер, я не знаю, что он придумает сейчас. Что-нибудь сейчас выйдет такое тоже. Ага, Канюк не умер. Не умер, не, не умер, я что-то не понимаю. Короче, нет, ученые уходят назад. Твоя магия тебя не спасет. Да, немота. Ну, Канюк все равно полезен, понимаешь, он даже так нормально. Так. Опять вышел ученый за 4 маны, причем это. Нет, это за 2 маны. У тебя сколько ученых, пацан? Ученый, пацан, короче, так. Другой ученый сидит. Отдыхает. Че у нас? Так. 2, 4, 6, 8. 8. И 10. 10. И еще что-то может быть. Мишка. Ау. Кто победитель? Я победитель. Ой, нашли меча.